Некоторые приходили, уходили сразу, даже не дождавшись ни заработной платы, ни конца рабочего дня. А вот мы, кто пришел, тот и остался. Вот у нас почти 60% тех людей, которые пришли с 1 октября 1986 года. Работа с детьми и инвалидами по силам не каждому. Это, наверное, и не работа вовсе, а стиль, образ жизни, совершенно другой взгляд на привычные вещи. Случайные люди здесь не задерживаются. Смотрите «Право на маму» 31 октября в 19:35.